Жить надо так, чтобы каждый день хоть маленькое доброе дело сделал, уже хорошо. Значит, день прошел не зря. Карташов Анатолий Васильевич. 60 лет мне будет 17 октября. Стой, ласточка. После работы заберем тебя. Ждали мы ее 19 лет. Вот. Начал 10. Вы знаете, я скажу, каждому плоду свое время. На всю волю Божья, как говорят народы. Ну все, дочка, давай. Пока. Давай. Если где-то порыв ликвидируем. Если на квартире какие-то неприятности, на квартире ликвидируем. Вот. Простых работ не бывает. Меня, конечно, не обязуют, но я всегда помогаю разгружать почту. Потому что там девчонки, ну как бросить? Помогаю, там посылки бывают тяжелые. Да, за свет. За свет обязательно, как же. Других людей? А? Других людей? Да. Не, ну а как оттуда пойдут бабушки оплачивать квитанции? Если они не в состоянии, они только до туалета дойти в состоянии. В магазин идем за продуктами. Заказали продуктов купить в деревню. Ну и себе хлебушка. Вот, Дарюшка, скоро домой придем. Ага. Сейчас только разнесем. Здравствуйте, господа хорошие. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Вот и мы и прибыли. Ой, я тебе список, по телефону, я тебе список там составила. Ага. Возьмешь там две сетки картошки возьмешь. Хорошо. Тогда и соли, потому что там промоку у меня. Спасибо, я тоже что принес. Ну, вот, огромное. А то, если б не ты... Если б каждый... Хоть по вот такусенькому вот делу делал, по маленькому, доброму, пусть благодарности не получает, то было уже замечательно.